Опа, подвис. Сошел опять. Да что ж такое? Такой хороший ударчик был. Потом догнал он его снова и опять сошел. Привет, друзья. Сегодня мы приехали на Самару. Опять в затоны зашли. Сегодня с утра прям решили сразу в затоны заходить. Не тратить время на русло. Хорошо оторвались в прошлую рыбалочку по окуням. И решили снова сегодня приехать сюда, поискать окуней. Ну и щучку также. Воды еще все так же много. Камыш весь затоплен. Да, щука там и плещется, прям в камыше слышно. Ну, посмотрим, что у нас сегодня выйдет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, опять сошел этот окунь. Да что ж такое-то, никак я не подсеку утреннего. Вообще не берет. Просто немного виснет и все. Оп-оп-оп. А, там утренний. Первый окушок. Тут никак не засекается. Вот он, ирокез свой нам показывает. Красавчик. Иди. Блин. Прямо изо рта у них вытягиваю резину, прям чувствую, как выдергиваю. Но вот, это уже покрупнее. Вот он, вчерашний окунь пришел, стучит. Где ты там? Вот он, горбач. Опа. Конопатый весь опять. Знаете, какой горбач. А? Красавец. Вышли на охоту. Ну там малек что ли еще во рту? Нет, нет малька. Иди гуляй. Нам еще крупнее надо. Ну вот хоть нормальный окунь долбанул. Опа. Мелкий опять. Ну, постукивает, смотрите, как поддергивает. Ладошечный такой окушок. А, там. Красавец, иди гуляй. Сейчас хочу сходить на яму, туда в третий затон. Где щучку хорошую взял, на 2 килограмма. Кто не видел, посмотрите видео. Сходим, пробьем яму. Ну, будет тихо, вернемся сюда тогда. Окуней долбить опять. Опа, есть еще один полосатый. Опять небольшой. Крупняк еще спит, видать. К обеду ближе выйдет.
яме попробуй камеру опусти. Покажи. А, ну да. Вот, нахуй, так, вот он, красавец. Короче, постоял я там в третьем затоне на яме, ни одного удара. Камеру опустил, даже малька на дне нет. Похоже, щука вся в траве стоит, в камыше. Оп-оп-оп-оп-оп, иди сюда. Небольшой. Ну и тут ударил. Да это вообще живцовый, блин. И грутанул, смотрите, как грутанул, а, резину всю. С ударом бьет и глотает вот такая мелочь. А крупный повисает. Вон он. Вообще маленький. Ну, блин. Да что ж я их роняю, эту водку. Живец прям. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кто это взял? О, окушок взял зачетный. А, да. Другой затончик перешли оттуда. Там что-то ветер разыгрался, и окунь перестал брать. Вот он. Такой же горбатый, шикарный. Тоже на микроджиг. О-о-о, второй взял из-под камыша. Смотрите. Вот он. Снова на паузе. Оба. Еще один окуняра. Там перестали клювать. Вообще, наверное, минут 40 простояли, ни одной поклевки. Вот, поменяли точку. Результат. Ветер только здесь. Там мы как-то прятались за камышами. Не забывайте подписаться на канал. Непонятно, что щука хочет. Я думаю, это давление низкое. Уже 2 дня стоит. Щука вся в камыше. Хоть веслом ее тыкай, стоит. Еле-еле отойдет и опять встанет. Даже не бегает за мальком. Не знаю, что ей надо. Окуней немного погоняли. Конечно, вчерашняя рыбалка была вообще огонь по окуням. Сегодня что-то не очень. Ставьте лайки. Всем здоровья. Пока.